конце февраля сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков была получена оперативная информация о жителях Саратовской области, занимающихся сбытом наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере на территории Республики Мордовия и соседних субъектов. Указанные лица прибыли в город Саранск для очередного сбыта крупной партии наркотических средств. Было принято решение о их задержании. Возле одного из торговых центров города Саранска автомашина, на которой передвигались преступники, была блокирована. Однако водитель данной автомашины заблокировал двери, стекла которой оказались бронированные, и предпринял попытку скрыться, при этом повредив автомашину сотрудников полиции и, в свою очередь, совершил наезд на одного из сотрудников полиции. Было организовано преследование данной автомашины, и совместно с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков по Пензенской области данная автомашина была задержана в поселке Малая Сердоба Пензенской области. При перевозке синтетических веществ, наркотики, СК, скорость. С самого начала с Москвы 6-6,5 килограмм. А вы сами употребляете наркотики? Нет, никогда не пробовал. Как вы сейчас сами оцениваете свою деятельность, тем, что вы занимаетесь? Очень плохо. Раскаиваюсь содеянным. Не знаю, наверное, не скоро. В данной машине был оборудован тайник для перевозки наркотических средств. Тайник находился за обшивкой в багажном отделении, за обшивкой салона, между крылом автомашины и, соответственно, багажником. Перевозилось наркотическое средство «Скорость». При попытке избавиться от данного наркотического средства была порвана его упаковка, и, соответственно, все наркотическое средство было рассыпано.